тебе тут все привет передают. Ты со стримом без? Я без. Привет. Понятно. Так, с нами летят. Есть, 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 сзади тебя, сзади тебя. Справа. Все, я поняла. Что-то я не догадался. Они вниз. Да, они вниз. В заправке. Все, все, спасибо, братан. Обнял, поднял, все ништяк от души, брат. Рахмет, рахмет, саубол, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, анау, манау. Да-да. Бро, нет смысла что-то доказывать бездарим. Им всегда видней. Для некоторых личностей ранкет. Это вообще какая-то отдельная игра. Этих людей не изменить. Минусон, спасибо тебе огромное, спасибо, спасибо большое. У меня есть тут каски, если что. Ну, согласен, да, согласен. Да я никому ничего не доказываю. Я просто решил поговорить насчет этого. Даже иди смотреть. По большому счету, просто из-за того, что многие вопросом задаются, почему я стал онли паблик бегать. Давай посмотрим. 6 взял тебе. Как тебе есть такое? Есть семерки немножко. Да, есть. Так, на, вот так. И 50. Спасибо. Ну, они, мне кажется, куда-то либо сюда прямо пойдут, либо налево. Возможно, где-то уже здесь. Там быстро, на самом деле, все это. Слева у меня. За вот этим лежит. Опасно. Ой, еще снизу. Снизу ног, и этот у меня одно хп передо мной. Еле увидел бы. Молодец. Молодец. Тут миник есть у него. Если тебе интересует. А я у этого забрала еще. Почему 10 лоб попытаться 451? Онлайна мало, потому что. Здесь хорошо работает, только на азиатских серверах все. Так как должно работать, так как вы хотите, чтобы работало. Выбор карт, всякие там подборы по рангам, подборы по левелу и т.д. и т.п. Но там это плюс-минус хорошо работает. А здесь, к сожалению, у нас нет. Поэтому смиритесь, ребята. Игра не новая, игре уже очень много лет. Игра уже, дальше, так сказать, кто-то. На парах. Пойду за ней. Давай, давай. Ну я, в принципе, ready full. Ты как? Ну, у меня тоже этих только нету бустов. И аптека одна. Ну у меня тоже одна, можно сказать. Сейчас я посмотрю еще тут. Так, еще одну нашел, я тебе еще одну дам. Бустов у меня два больших. Могу тебе тоже дать. Ну и в принципе все. В городе у нас файт, еще две аптечки нашел. Короче, аптечками я поделюсь. А тут, кстати, тоже подъем на крышу был. С этой стороны. Я много аптек нашел. И бустов, кстати, тоже. Ну все, нормально. А мне сзади. На горе, да? Угу. А метку можно на них? Только не нокайся, пожалуйста. Нет. А, вижу, вот налево бежит один. По-моему, они широко стоят. Они налево один пошел.
Я кручу ближе. Другой вот здесь был, только куда он делся? Сейчас посмотрю. Корякер убежал налево, если что. Он будет где-то на желтый примерно. Плюс-минус. Че, их подбач? Да, тебе куда-то через лево, не через меня, только через лево нужно проехать. У себя я вообще никого не вижу здесь. А, вижу, вот он бежит, второй его друг. На, они уже вот здесь на метке. Метка стоит. Вижу. Я им в спину фул иду. Тебе главное вообще не нокнуться, постараться. Корякер. Один с хитом. Хильси, 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 да, да. А нечем. Блин, what the fuck. Нокнуть, да. Сейчас, возможно, нокну. Я вижу, я к ним в спину иду обоим. Ой, один уже у меня тут. Сейчас метку поставлю. Возьми тачку, попробуй уехать налево. Я нокну одного. Если ты сейчас прям поедешь. Просто этот... Он сейчас будет стрелять это по тебе. Вообще ноль. Блин, не-не-не, подожди, подожди. Один уже подбегает вот тут на метке. Одного нокнул. Хорош. Второй за деревом на метке. Возможно, сейчас будет хилить его. Нет-нет-нет, не... Не, нормально, нормально, он с ППшки не выбьет меня. Угу. Убил их, убил. Ага, хорошо. Как они крутили просто долго. Я за ними бегал, блин. Вот у этого тут есть хилы, я еще внизу две аптечки скинул. Самолет далеко летит. Бля, ну я тоже скорелька. Так, а тачка у тебя за бугром где-то на 220, да? Да. Угу. Там прям пойдешь. Вера на Твиче, да, но сейчас без, без стрима. Подожди. Ты говорил, еще есть? Ранки, да, ранковый матч забить. Внизу в самом да, там. Да, все, все. О, видео. Здорово, брат, здорово. Что он обнулился, это следующий ранг. То есть тут 5 рангов он всего лишь. Ты АПш 500, и потом у тебя второй ранг, но с первого левела начинается. И точно так же плюс 500, потом третий ранг, четвертый, пятый, шестой и так далее. Я пересела. Я дождусь. Какой шанс, что это острова будут? Сзади люди. А зачем? Направо бежит. Дал шот. С хитом. Угу. Второго не вижу. Надо над ними встать, съездить. Они оба за этим камнем? Да-да-да. Наверное, это даже лучше мне сделать, потому что ты с ДМР-кой. Давай, давай. Наверх побежал один. Двое. Я поехал. Поехали вместе. Что-то как-то они быстро сдались. Присел. Легче мужчина. Сверху нас выходит. Я тут аптеку хилю. Сверху нас уже они. Здесь видел одного. Я правее иду. Они вниз как будто бы шли. Возможно, да, слева вниз пошли. Да, вижу уже слева здесь. На 240. Угу. Сейчас, секунду. Ты сможешь уйти оттуда? Нет.
одного ног. Убил обоих. Хорошо. Нет, скорее надо поменять, что мне этот... Не хватает урона. Вот это. Балат, приветствуем. Да я уже играл один раз в Ранкет. И просто издевался весь. Причем играл с нормальной командой. А тебе что-то надо? Да то компенс какой-нибудь. Ну, СВ есть тут у чела. СВ не надо. Слушай, я, наверное, возьму этот. Кстати, чинилку бы взять. Аук возьму. Пам. На тупой камень. Тачка здесь стоит в кемпе. Пока не вижу, но 100%. Есть справа где-то, по-моему. Они уехали вот прям в тайминг вперед, я думаю, кажется. По дороге, да? Зона ушла, нет, они по полю. Так, едут. Скорее всего, это следующий кемп, они поехали. Может быть. Для чего кулаками машешь? А что еще делать, когда не просто же бежать? Нужно разминаться. Тачка спереди. Налево едет. Ой, она дымится. У нее там это... Критический уровень. Угу. Да, она уехала. Налево. А вот она едет за заправкой. Они куда-то сюда как будто бы уехали, да? Да-да, вот за горой. Вижу, вижу, вижу. А это что за тачка такая? Вот они, да на метке. Это... Один с хитом. Маскалат на моей метке был. Один за тачкой, тачка. Один за тачкой. Их. Вроде бы. Нет, все уехали. Колесо, дальше. Колесо на пыль. Пробил. Маскалат был на моей метке. Понял, понял. Ой, нет, нет, метка вот эта вот. Вот он. Вижу, вижу. Моя метка. Угу. А, точка вообще взорвалась, офигеть. Ну, так там вообще на моей метке. Я через лево иду, фул. Авик нокнул сейчас, авик нокнул. К нему его тиммейт пришел. Он за камнем до сих пор, авик? Да, да. В маскалате есть еще. Блин, я каешку перегрел, сука. Одного ног. Убил обоих. Ой, хорошо. Сколько там патрон на авик? Сейчас посмотрим. Ой, блин. Кстати, было бы забавно, тачка проехала через него, прям если бы она сбилась. Тут 8 есть. Не, шестерка есть. Перед нами. Смотрите. Убил обоих. Да блин! Доехать пощупать кого-то. Так, я... Блин, я хотела третий броник забрать. Ну вот третья каска есть и ФАМАС тут. Вот в этом трупе. ФАМАС. С ФАМАСом. Я, наверное, себе починю голову все-таки. Они не выходят сюда, не смотрят. Да, я тоже починю. Тачка пошли по дороге. Слева. Да, нам нужно вернуться куда-то за три ангара вот эти встать. Она едет дальше. Да, да. Они снизу будут играть где-то. Сюда буря идет.
Они дальше не поехали, они зашли. Вижу, вот поднимается по горе моя метка. Угу, увидел. Одного нокнул. Там еще кто-то есть. Там еще есть один. Бля, убил обоих. Я ничего не вижу. Меня просто накрыло. По мне? Стреляет. Тамир, видимо, в обиде или же на своей волне. Ты про что? Не точно. Я ничего не вижу. Обиды какая-то, нет? Здорово, здорово, приветствую, приветствую. Да в игре просто. Приветствую, приветствую. Никакой обиды нет ни на кого, вы что? Если я не поздоровался, это не значит, что я вас не приветствую. Я просто не увидел сообщение, к сожалению. Ну, привет, привет. Ну все, спасибо, братан. Обнял, поднял, все ништяк. Броня третья есть. Рахмет, Рахмет, Саубол. Ой, Васянчик, Васян, приветствую. Гандбол, футбол, аннау, маннау. А что тут происходит? Я вернулся. Пулково трешь. Гоню домой. Хорошего стрима. Приветствую, приветствую, Васян, приветствую. А, вам приятного просмотра. Спасибо огромное за соточку, спасибо большое. Скинул, пойдем? А, дроп скинул? Да, еще пойдем, пойдем, падает пойдем. Сюда в кемп. Да можем, можем, только Морис, мы от первого он лица, если ты пойдешь от первого, потому что Вера не играет от третьего. Почему машина не в гараже? Самая частая фраза за эту катку убила обоих, да? Блин, слушай, мне сложно, надо сложно, в туалете посидеть тут. Ты не умрешь, надеюсь? У меня справа типа и двое бегут. Я авк на минуту прям. Давай, давай, давай. Не голова-то, блин. Ну это он ошибку сделал конкретно. Он встал, скорее всего, и убежал уже, если он не нуб. Да. Я на них сейчас так все патроны, блин, потрачу. Надо с ними сближаться. Я тут угу. Живой, спасибо. Да-да, налево беги ко мне сюда. Иду. Ой-ой-ой, что там с типами? Я двое типов зашли вот сюда. Что за лука? Убиты. Эти у меня перед камнем. С хитом. Понял, увидел уже, услышал, вернее. Блять, по мне сзади еще шьют. С кемпа давай снизу закроем, типа. Надо вот этих желтую закрывать, мою метку. Эн едет. Рада. Мангары. Мангары. Деньги поднимай, деньги поднимай, бро. Не, нужно вот этих убивать. Передо мной они. Деньги поднимай, деньги поднимай. А второй за деревом у него. Товарищ. По-любому это дело не бросай. Убил обоих. Деньги поднимай, много не базарь. Так, и надо еще снизу убить. Спасибо огромное, Морис, за такую великолепную поддержку. Ошалеть не встать. Спасибо тебе огромное. Да-да-да, есть, 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 есть. Они в тачку скорее. Ты можешь? А, тачку заруинила, да? Все. Еще разок, пожалуйста. Там кого-то он убил в сольниках. Нэнси. Нэнси? Ну, я думаю, что нам не надо спускаться к ним. Что за трек? Что за трек? У нас в кемпе есть. И внизу. Блин, еще, блин. Да, я пока, короче, мне надо каску починить, я каску чиню. Это меня видно, интересно, или нет? Нет, тут? Это по мне на 30. А, видно, видно меня, ошалеть. Вот он тут. Ну. На метке. Шо,
Может, мы их попробуем пощупать? Да, 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 конечно. Передо мной. Убил инста, он один был. Видно, не судьба, видно, не судьба. А, ну они через право пошли, скорее всего, или что, я так и не понял. А, вот справа. Апает, убил. Чё, блин? У меня один патрон на авик остался, блин. Как тебе такое? Пойду в кемп выстрелю. Ну, под такой трек гонять интересно, кстати. Видно надо мной, видно надо мной. Посмеялся-то. Блин, надо было добить сначала, а потом... А где именно? А, понял. Мне надо выстрелить авик один. А куда? А, все, увидел. С хитом? Не убил, блин. Не поймал. Второй этаж. Угу. Он с хитом там. О, наук есть. Патроны. Молодец. Ну, ласт остался, да? Кажется, где-то 40, вот с той стороны. Ой, дай-ка я панзерфауст сейчас возьму на него. Убил с панзерфауста его, интересно. Че, сквады пойдем? У нас там еще один человек зайдет. Вот он, вижу его, бежит на метке. Направо куда-то бежал. Направо в мою сторону. Да-да-да. Ну я пошел плюс В на него, короче, с базукой. Пойдешь со мной? Я бегу. Если я хочу такой челлендж, типа, сам себе сделать. С базукой последнего просто бам! Вот тут, кстати, в ЛГ, конечно, неудобно с базукой совсем. Слово. Ага. Давай, давай, давай. На 110 здесь. А на авито. Фу, прям, прямо в лицо ему, блин, куда-то. А ты что, на меня попадал или нет? Да, блин. Что-то опа, хопа, читер, хопа. Говорит. Факин читер, говорит, да? Да. А, у меня отключен звук. Ну все. Хорошая катка, можно еще на YouTube. У меня сегодня две каточки на YouTube уже. Нормально. Кайфово, кайфово. Так, и меня просили, кстати, показывать в конце. В конце попросили показывать. Но я говорю, можно я просто убил обоих. Ну нормально, кстати, на 20 килов настрелил почти.